подтвердил инфекцию коронавируса. Прием каждые 8 часов. Здоровый ребенок, спокойная мама. А для взрослых от жары и боли при простуде и гриппе Нурофен в таблетках с тройным действием. Жаропонижающие, обезболивающие, противовоспалительные. Сила Нурофен для детей и их родителей. Бонечка. Проценты по твоему кредиту капают каждый месяц. Ты можешь их больше не платить. Погаси свои кредиты в других банках, карты Тинькофф Платинум. И 120 дней. Видите, зрители, Боня говорит вам, оставайтесь дома, как я, и будет все хорошо. Да, Боня, скажи, оставайтесь дома. Боня остается дома, и вам советует. Сегодня, 31 марта, в 00 часов, в Ростове и Ростовской области был введен полнейший карантин. Ростов и Ростовская область перешли на режим самоизоляции. Теперь всем запрещено выходить из дома, только в магазин, только в аптеку и выгуливать своих животных не далее, чем 150 метров от дома. Уважаемые зрители нашего канала, я вас очень прошу, сидите дома, не выходите без надобности. И очень надеюсь, что никто из вас не заболеет. Дома не так плохо, поэтому давайте это время проведем дома, без инфекций, без коронавируса, со своими родными. Я желаю здоровья вашим родным, вашим близким, вашим детям. Измочка тоже желает. И еще раз говорю, давайте сидеть дома, давайте смотреть YouTube, в частности мой канал, и разве что гулять во дворе, если вам необходимо выгулить домашних животных. Уважаемые зрители, также хочу вам сказать, что я сегодня увидел большое количество молодежных групп на улице гопнического вида. Будьте осторожнее, когда выходите на улицу. Первый день всеобщего карантина. Мы с Измой пошли гулять. Особо снимать нечего, поскольку все это вы уже, дорогие зрители, видели. Поэтому мы просто отдыхаем. Чего и вам желаем. Когда еще выдалась такая возможность посидеть дома и отдохнуть? Посмотреть видео, почитать книги. Уважаемые зрители из других городов, расскажите, введен ли у вас режим всеобщей изоляции? Как в Ростове, в Москве и в Петербурге. Интересно, напишите в комментариях. Потому что хочется отслеживать ситуацию в стране. Если вы не против, напишите в комментариях. Первый день карантина все еще продолжается. Мы гуляем с Измой. Скоро я вынесу гулять Лизу. В Ростове все еще тепло, солнышко. Распустились почки, замечательная погода. И если вам придет в голову, дорогие ростовчане, поехать поесть шашлыков или вообще выбраться на природу, задушите это желание. Задушите это желание и вспомните, что в стране и в нашем городе карантин. И что надо сидеть дома, дома, ребята. Ведь мы не хотим заболеть и не хотим заразить своих родственников, как молодых, так и пожилых. Ребята, я вас очень прошу, оставайтесь дома.